Привет, друзья, это 26 Герц. Меня просили поговорить немножко, но я иногда лучше играть, чем говорить, я слышал. Какой такой one-two? One-two. Нет. Зачем же обижать Алексея Белова за звук режиссерским пультом? Ну, в общем, надо начинать, я чувствую. Хватит говорить, начинайте уже Встречайте, Ольга. Не встречайте? Не встречайте. Нет, все-таки хотелось бы встретить. Давайте, может, барабанную дробь просто красиво. Ну, хорошо. Тогда еще одна инструментальная композиция. Встречаем. Ольга Олейникова.
как всегда, сначала выпускает тигров на сцену, и потом уже выходит укротительница. Thank you.
always late. Anytime we have a date, I love her. Yes, I love her. I found a walk up to the gate and see if I can get it straight. Cause I want her. I've gotta ask her. It's you. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Don't you come on with me to the Mississippi. Александр Бульдаков. Вано Авляне. Николай Добкин. Сергей Шитов. Рожки можно. Песня. Да. Сказали, но скажем еще и будем повторять. Ольга Олейникова! Не-н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 е-
Ольга Олейникова! Ну как ты, да, это? Никто не любит так. Песня. Еще раз. Thank you.
Thank you.
Stop.
Спасибо, ребята. Я не боюсь, надо. Перед антрактом мы для вас подготовили еще одну штуку. Такая штука, да, что нам придется петь всем. И вам всем, тоже. Всем, без исключения, да. Это будет песня, да, мне тут подсказывают. Да, в соминоре для заинтересованных могу объявить. Вот, а вообще я подумал, у нас сегодня концерт называется «Мультпросвет». Возможно, не стоило бы об этом напоминать. Но тем не менее. В общем, все-таки несколько... практически все кое. Мультфильмов, да, фильмов. И шоу. Телешоу, да, мюзиклов мы сегодня, в общем-то, цитируем. Я хочу предложить вам вот что, раз уж такое дело. Может быть, немножко как-то что-нибудь нам разыграть. Например, там, типа, два билета на следующий концерт, например. Вот кто больше назовет... Я хочу. Кто больше назовет всяких вот произведений, из которых мы сегодня играем песен, того мы с удовольствием пригласим вдвоем с кем-нибудь на наш следующий концерт. А? Каково? Вот, пишите бумажечки, будем читать. Ура! А, как и обещали, песня. Из известного, собственно, можно уже бумажечки, в общем, начинать.
Ольга Олейникова, Николай Докин, Сергей Коньков, Вано Авалиани, Александр Бойдаков, Георгий Шакашвили. И Сергей Шетов. Вероника Коновалова, наш директор. И Алексей Белов на звукорежиссерском пульте. Друзья, антракт. Я так понимаю, что сейчас весь зал на перегонки пустится в поисковики искать название песен. Удачи! Ну, хочу заметить, что Шазам нас не распознает. Пока не распознает. Сережа's around, Fanny's around.
огромной любовью и трепетом я приглашаю на сцену нашего специального, любимого гостя. Мы каждый раз очень радуемся, когда ему удается участвовать в нашем концерте. Встречайте, пожалуйста, Алексея Геращенко! Добрый вечер. Oh,
Вероника Олейникова. Я ненадолго оставлю мальчика забыть на сцене. Take care of me.
Песня из кинофильма одновременно мультика. Не подсказывай, не буду подсказывать. Вам не подскажи все. А что же мы будем играть? Thank you.
согласна. Вот я говорю, скажи что-нибудь хорошее. Сейчас. Чтобы вам хорошего сказать. Приятно видеть вас, друзья. Здесь, в той поздней части. Сыграем мы вам по этому поводу вальс о наших любимых штучках. Обо мне? Да.
Yeah.
Мишугашвили. Thank you.
Айдовки.
познакомимся всегда в конце еще раз, на всякий случай. Тем более, что будет долго лишь нет. Бановы, а не барабаны!
Нет, ну я не знаю. По-моему, они что-то хотят сказать. По-моему, кто-то в зале хочет узнать, чья. Чья? Николай Добкин, Сергей Жиров, Сергей Коньков, Александр Байдаков, Лато Аваяне, Ольга Олейникова, Георгий Шакашвили, Алексей Геращенко, Вероника Коновалова, Алексей Белов, клуб Алексея Козлова, 21 октября 2017 года, 26 герц. Ура, друзья, спасибо вам большое, приходите к нам всегда, мы любим вас, ура! Спасибо.